Торжественный вечер в «Единстве наша сила», посвященный 20-летию со дня образования Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии, прошел 19 декабря в Ленинском мемориале. Перед началом вечера гости сразу окунулись в праздничную атмосферу. В фойе была развернута выставка образцов татарского декоративно-прикладного искусства, книг, костюмов, домашней утвари. Сегодня приехали из многих соседних регионов: Пензенская область, Республика Мордовия, Чувашия и Самара. Областей. Это руководители татарских национально-культурных автономий. Они сегодня, наверное, выступят, скажут свои слова. Действительно, наша автономия многим уже, могу сказать, как пример, потому что самая старейшая автономия Российской Федерации. Поэтому у нас есть чем делиться, нам нечего делить. Вечер открылся с театрализованного представления об истории татар Симбирского края. Зрители увидели и знаменитого музыканта Файзулу Туишева, артиста Бари Тарханова, Зухру Акчурину Гаспринскую, даже самого Габдулу Тукая. От имени губернатора органов власти Ульяновской области поздравила татар первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Владимировна Уба. Уважаемые представители Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии, от имени государственной власти Ульяновской области, от лица всех жителей нашего многонационального региона, а также от себя лично поздравляю с 20-летием вашей организации. Свято выполняя многовековые заветы предков, вы вносите огромный, воистину неоценимый вклад в развитие Великой России и нашей малой Родины. Первый зампредседателя правительства Ульяновской области вручил награды и подарки от имени органов власти области активистам татарских организаций. Также поздравил Ульяновскую татарскую автономию председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, вице-премьер правительства Татарстана Василь Шейхразиев. Мы, с одной стороны, как власть, выполняем свою задачу, потому что для руководителя территории не принципиально русский, татарин, чувашин, кто живет, это единый русский народ. Но в то же время у каждой национальности есть свои особенности, которых надо поддерживать. Вот здесь эта работа власти, автономия, дом дружбы народов настолько четко поставлена, и я говорю, в самом деле вызывает и уважение, и хочется приехать для того, чтобы изучить этот опыт. Василь Шейхразиев вручил татарским активистам, деятелям культуры и искусства государственные награды Республики Татарстан, а также награды и подарки исполкома Всемирного конгресса татар. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.